В Казахстане появится новая премия имени легендарного артиста Асанали Ашимова. Она будет присуждаться за выдающиеся заслуги в области кинематографии и за вклад в развитие отечественного кино. Об этом стало известно сегодня на специальной пресс-конференции. Имена победителей и организаторы объявят 27 мая в здании Национального театра оперы и балета имени Абая. Премия Асанали будет присуждаться в 5 номинациях: лучший киноактер, актер театра, кинорежиссер, театральный режиссер и за вклад в театральное и киноискусство. Главная цель, чтобы в дальнейшем премия Асанали стала воплощением профессионального успеха. Оно будет присуждаться всем, кто работает на сцене театров и на экраны делают роли или режиссерские фильмы. Так что нам только что было дано задание, чтобы мы промониторовали все увиденные нами. Здесь в комиссии участвуют театральные критики, театроведы, кинорежиссеры, киноведы. Так что все они придут со своими предложениями, и там же обсуждаются номинанты.